Приветствуем на нашем YouTube-канале сайта archoprus.com всех кукольников, а также тех, кто увлекается созданием мягких или текстильных игрушек. Это видео-обзор на маленькие глазки из пластмассы. Глазки с большим черным зрачком. Они продаются по 10 штук, то есть 5 пар в наборе. Вот. На обратной стороне у них есть винты. Каждому глазку идут вот такая вот гаечка, которая закручивается. Эти глазки, они не приклеиваются, соответственно, они обычно вставляются в текстильную мордочку, либо вшиваются. Вот. Глаза очень яркие, выразительные и подходят для достаточно больших крупных игрушек. Мишек, мягких, ну, всяких лисят, медвежат, всякие разные игрушки. Можно вставлять даже их в куклы, если вы делаете, например, каких-то сказочных персонажей. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии.